сегодня, ребят, воскресенье. Сегодня вот решил поменять традицию и поехать на полет с утра. Ну вот хотя, несмотря на прогнозы погоды сейчас уже практически третью неделю, погода вообще дерьмовая. Ураганные ветра, по вечерам, по утрам дожди. Но тем не менее, например, вчера я наблюдал вечером, была довольно спокойная погода, хотя по прогнозу там 15 метров в секунду. А на самом деле погода была прям летная. И я думаю, что примерно до 130, там до 150 метров она такая стабильная была. Вот. Ну, сегодня по прогнозу утро хорошее, поэтому я все-таки решил поехать немножко развеяться, полетать, как говорится, успокоиться для дальнейшей погоды, для ожидания дальнейшей погоды с нормальным настроением. Так что надеюсь, что все получится. Сегодня еще ребята планируют подъехать на скайбайке. Вот посмотрим, как у них там все это дело получится. Вот, полетный план я подал, так что все законно, все хорошо. Так, ну что, ребят, вот я прибыл на поле. По ветру у нас очень прекрасно. 2 метра дует ветер. Ветер дует отлично, практически с юго-запада, ближе к западу. Старт под горку. Все великолепно. Трайка пока нету. Я пока один. Сейчас открою план и начнем полеты. Сейчас Милдай, ну, на приворот у нас идет борт, на севере от Богданова далеко. Да, августа 139. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Хотел сообщить о начале полетов мотопарапланы 4Z. 4Z это... 5727 координаты, да? Нет, 5604 Лопотова. А, есть такое Лопотова. Хорошо, окончание доложит. Все есть. Так, а вылетная, суетной как, вы дадите или нам дать? Не-не, вы дайте, пожалуйста. Дадим, хорошо. Все, спасибо. Пожалуйста. План открыл. В общем, разные бывают диспетчеры. Некоторые диспетчера бывают нервные, начинают нервничать там, дотошные. Придираться. Некоторые нормальные, адекватные, вот как этот сегодняшний диспетчер. Так что все ништяк. Так, нету моих новых друзей, которые ко мне записались. Но жду. Я их, вернее, ждать я их не буду. Я сейчас готовлюсь и сделаю небольшой полет. Очень экстремальный взлет, очень. Там не садитесь, там поле паханое. Садитесь вот за своим автомобилем. Не, лучше на второй круг зайти. Так, зацеп подложки. Так, у нас рестарт. Первый старт был зацепом полога. Сейчас ветер немножко усилился, как раз для
первоначального старта, или, скажем так, для старта после большого перерыва, будет очень хорошо. Но ребятам надо поспешить, потому что начинается переразвитие. Скоро придут шквалистые ветра. Так что у них буквально один старт, разворот и посадка. Молодец! Все инструкции выполнил, как полагается. Но сейчас чувствуется все, тяга есть, прям ушли. Шикарно. Так, сильно холодать начинает. Начинают заряды снега. Пора пацанам садиться. Я думаю, что они уже сами это понимают. И идут сейчас на посадку, но слишком высоко. Хорошо. ДП. Алло, день добрый. Хотел сообщить об окончании полетов. Парапланы ZZZ. Лопотова. Лопотова. Окончание полета. План закроем, хорошо. Все, большое спасибо, хорошего дня. И вам до свидания. До свидания.